Павлодаре чествовали победители Азиады в Инчхоне. Глава региона Канат Бузумбаев вручил спортсменам денежные премии. 1,5 миллиона тенге. За первое место получила легкоатлетка Ольга Сафронова, которая привезла с Азиады полный комплект медалей. 1 миллион тенге за серебряную награду вручили борцу вольного стиля из города Аксу Даулету Шабанбай. И еще по 0,5 миллиона тенге за бронзу удостоились борец Мамед Ибрагимов и гандболистки Елена Клименко и Резагуль Муканова. Также за плодотворный труд по 250 тысяч тенге были поощрены тренеры призеров Азиады. Было очень трудно, психологически было очень трудно. Мы готовились 1,5 года к этим стартам. В принципе, выложился, считаю, до конца. Старался выложиться, потому что за нами целая страна была. Только вперед думал, что надо идти.